Всем привет! Сегодня будем делать снова творожные сырники. Берем грамм 400 творога, далее 2 столовые ложки сахара, щепотку соли. Разбиваем 2 яйца. Затем все перемешиваем. Измельчаем бананы или что-нибудь, что хотите. Просто я захотел добавить в творожную массу бананы. Добавляем примерно 2 стакана муки, а это где-то 200-300 грамм. И потом все перемешиваем. Поджигаем заранее казан. Наливаем 250 миллилитров масла. Делаем вот такие вот шарики. Выкладываем их в казан и жарим со всех сторон по минутке 2 на среднем огне. Вот такие получились сырники, ну или что-то типа такого. Вот также вы можете их чем-нибудь полить. Я полил медом. Всем пока-пока.